Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневную награду забрали. В магазине открываем пак. Бесплатный, конечно же, Джастин. Его можно узнать по его пучеглазому глазу. Так, здесь мы забрали. Давай быстренько пробежимся по серии испытаний. Так, серия испытаний. Давай здесь, наверное, начнем. Бакстер, Макмен пускай будет. Возьму, наверное, Донателло сюда, Лео и Джастина. Почему-то мне захотелось взять Джастина. Странно, да, конечно, кажется. Ну что же, Джастин. Так, Джастин, давай-ка делай пробивной. Отлично. Отлично, что не добил. Плевком ушатываем Макмена. Слушай, вы достали мелкие кренги, а? На. Донни красавчик. Что-то Джастин как-то вообще слабо бомбанул по нему, по этому маленькому крингу. Так, мутагеноид. Давай, наверное, я сделаю вот так вот. Слушай, ну крип не упал от атаки Макмана, как ни странно. Эх, Донни, ты даже не смог добить мутагеноида, у которого оставалось совсем чуть-чуть хп. Что ж ты такой парень слабенький-то, а? Ну, всем известно. Кстати, вот Донателло надо было делать не бойцом, а провокатором, танком. Потому что он по силе атаки слабоват, а именно по защите он вроде бы неплох. Но у него нет провокации, поэтому он не может быть таунтом. Так, что, дальше мы идем на нашего кожеголового и, как всегда, начинаем искать нужные элементы, запчасти и тому подобное. Так, приманки для маузеров. Еще две штуки нужно найти. Да, неудачно. Так, одну нашли. И нужно еще одну. Есть контакт. 8 комиксов. А комиксы у нас, ну, в принципе, средняя тяжесть поиска. Как ты видишь, они не в обычной кромке, а в такой серебряной, да? То есть не в золотой, в наивысшей, а в средней ценовой категории. Но до сих пор ни одного комикса не выпало. Как ни странно, вообще. Просто не выпадает. Тыквы какие-то лезут и все. Здоровские ребята, а? Я ни одного комикса не нашел. Я уже выполнил задание, а комиксов так и не нашел. Зашибись. Так, а уровень персонажа у нас кожеголовый. А, мало мутагена, понятно. Так, ну что, зайдем, наверное. Так, здесь ничего нету полезного для нас. Здесь у нас пицца разыгрывается, тоже нам не нужна. Испытание. Сразу же, ребят, начну фармить. Естественно, жетоны. Так, 40 жетончиков есть. Еще 40-овничек. Кукла Дарума. Осколки эти. Ну, осколки, по-моему, ребят, это вообще самое дно. Лучше бы выпадали бы нам вот жетоны. Было бы так, да, если у нас все персонажи вот эти прокачаны, чтобы они нам их не находили, а давали бы просто жетоны и все. А нам дают, видишь, все подряд. Морозильную кошку, которая мне не нужна, и камень Талик. Ну, камень Талик, ладно, еще пригодится куда-нибудь. А вот эти вот персонажи уже нет. Ну что, идем на турнирную арену, ребята. Я в Лиге Сёгунов 2 звезды. Сегодня хочу попробовать дойти до Лиги Мастеров. Как бы это было бы приемлемо для среды, если честно. Среда же сегодня, по-моему. По-моему, среда. Что, вообще во времени потерялся, ребят. У меня дни пролетают просто... Работа, дом, работа, дом, работа, дом. На работе пролетает быстро. Домой приходишь, тоже быстро пролетает дни. Так, что я делаю? Тут же 54 и 56 уровень. Можно, наверное, вот так вот сделать. И за счет одного сильного. Ну, возьму, например, здесь Карайку. Правда, мы здесь будем практически на равных. Влупляем. Так, если пробьешь. Ну, по крайней мере, ты Рафаэля замедлил. Это уже плюс.
Большущая проблема то, что я в эту команду не взял хила. Этот заблокировал еще способности, а этот делает очищение. Да ну. Так, если что, хил у нас есть, да? Пускай не очень большой. И еще не факт, что он выживет. Так, погоди. У нас... Давай попробуем пробить майки. Окей. Теперь, блин, надо вот этого бомбить. Я боюсь, сейчас мы потеряем... Ага, он в инви... Этот... В инвиз уходит. Что он делает? В кого бросает? Неужели в... Смертельный поцелуй, чтоб сработал. Убивай. Да куда, куда? А, тот в инвизе, блин. Мы же не можем его. Сейчас, ребята, он будет атаковать. И атаковать он будет. Хиляемся, хиляемся. Надеюсь, это нам поможет. Выживешь ты? Выжил. Фига себе, 70 уровень против 56. Даже не смогла ему ничего сделать практически. Да. Такие, ребята, бои что-то как-то напрягают меня. Надо как-то поаккуратнее действовать нам. Чуть-чуть бы и сфейлились. Вот что я имею в виду. Так, 15... А, 16-21. Шикарно. Возьму, наверное, здесь Армагона. И не буду здесь рисковать так. Уже додумался взять карайку, блин. Непрокачанную, блин. С малышами. Молодец, Рэй. Вот кого надо брать. Армагона, Супер Шреддера, Усаги. Вот это да, это бойцы. А карайка? Так себе. Детский лепет. Не, ну может быть ее прокачать, когда до соточки она уже будет действительно что-то себе представлять. Но в данный момент нифига. Ватная она. Так, давай-ка мне 16-21. Хорош уже тут ерундой страдать. А он мне все 15-20 впаривает. Издеваешься, да? Издеваешься, что ли, надо мной? Я не могу понять, игра. Я требую 16-21. Было же. Сфига 15-20-то. Нет, ребят, не хочет выдавать. Жучара навозная, а. Ну что, Макмана я взял. Я думаю, Макман-то не подведет нас со своим мусорным торнадо. Поехали. Есть контакт. Кто-то мне в комментариях написал, подскажите Рэю, что Tower Conquest это бесконечная игра. А то типа он проходит и не знает. Ребят, вы что, издеваетесь что ли, а? Я все прекрасно знаю. Вы посмотрите предыдущие серии и посмотрите, какие цели у меня по этой игре. Если кто не в курсе, я по Tower Conquest хочу прокачать всех героев на 5 звезд. Всех героев и замки, все, что там есть, на 5 звезд. Вот какая моя цель. А не то, что я хочу дойти до конца игры. То же касается и черепашек. Они меня смешат просто такими комментариями. Подскажите Рэю, чтобы он типа не парился. Да. Ну ладно, каждого свое видение. Ну что, ребят, мы здесь прошли, отлично. Погнали далее. С 41 позиции мы переходим на 25. И опять начинается вот это вот 15-20. Тут хоть дали. Возьму, наверное, здесь Крэнга. Потому что уровни уже, как я смотрю, 60-ники поперли. Вопрос в другом. Хан переплюнет моего Крэнга или же нет? У него 60 уровня. Пока нет. А сможет ли Крэнг убить их всех своим лучом? Вот это вот интересно. Смог. То есть, действительно, ребята, Крэнг входит в линейку топовых бойцов. А мы скоро перейдем в Лигу Сёгунов 3 звезды. Ну а там и до мастера рукой подать.
Так, здесь у нас Микеланджело, поэтому я возьму, наверное, Леонардо. Нет, нет, нет. Мы возьмем Шредера. Мы возьмем с тобой Супер Шредера и... Надеюсь, майки 62 или 63 уровня расквасится. Лично я этого очень жажду. Блин, он упал, а остальные все выстояли. Такс. Не-не-не, сплинтер баф твой уже тут все. Это уже бесполезно. Уж извини, конечно. Молодец, Лео. Правильно, так своего учителя и надо наказывать. Ну что, мы продвигаемся далее. Смотрим. Да. Сёгун 3 звездочки, ребят. Ну что, прямиком, как говорится, к Лиге Мастеров держится наш путь. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такую команду я взял. Соответственно, здесь топовая команда, да? Им ничего здесь не страшит, и вряд ли кто-то здесь сможет разобрать. Давай, Лео, жги. Круто. Одной вертушки было достаточно, чтобы они раскисли все. Так, ну а мне, естественно, нужно как можно быстрее, ребят, добраться до нашего топчика. Так, 16-21. Возьмем Усаги, возьму, наверное, тихо-тихо. А хотя Джастина можно тут взять. Да вообще-то даже можно вот так, наверное, сделать. Я очень рискую, 61 уровень. Мы знаем, что Усаги может не добить. Да не то, что может, а 100% он не добьет. Единственное, что... Выручит это постепенный урон. Но это ему нужно повесить на всех абсолютно. Отлично сработано. Он повесил на всех оставшихся. Так что они не жильцы, получается. О-о-о, погоди, погоди. Я не понял, а как Бибоп выжил от постепенного урона? Ты видел у него сколько было здоровья? Он на него среагировал, я видел. Но отнялся почему-то очень мало здоровье. Как он так умудрился, а? Неужели постепенный урон тоже идет рандомно? Ну, то есть рандомно наносит урон. Например, если он в один раз может 100 единиц здоровья отобрать, а в какой-то, например, 10. Я, конечно, этому не удивлюсь, но сколько раз мы вешали постепенку на наших противников, она всегда срабатывала идеально. Ну, за исключением, конечно, когда у тебя там больше половины хп, и постепенный урон, естественно, не может отобрать всю оставшуюся жизнь. Тогда да, тут разговоров нет. Но в остальных случаях срабатывало идеально. Вот здесь мы, по-моему, сейчас, ребят, поплывем. Ёк-макарёк, он еще и заблокировал все. Ать, все, по-моему, сейчас беда будет. Все, сейчас она захиляет. У меня больше нет суперударов. И по уровню мы очень сильно проигрываем. 5-6 левелов. Трындец. Сейчас начнут падать у меня людишки. Сейчас бойцы, бум, с первой упал. Какую-то Эйприл не смогли уничтожить. Я в шоке, ребят. Да. Трындец просто. Просто трындец, ребят. Да уничтожьте вы эту Эйприл, блин. Все из-за нее, в принципе, ребят. Бросай свою штуку эту. Я не знаю, кого тут рвать. Ваньку, наверное. Ваньку мы не сможем, наверное. Давай так сделаем. По башке настучало ему, нормально. Есть. Воу. Двоих, я думал, мы только одного потеряем бойца. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Че же я так... Блин, ну я на самом деле думал, что кожа головой сможет справиться. Ну хотя бы с Эйприл уничтожить ее с одной вертушки, это, по-моему, вообще проще некуда. Она же хил задрипанный. А видишь, как получилось. Что он ее не добил, а эти у меня сосунки вообще пробить не могут. Мои.
елозит там возле нее, как я не знаю кто. Как уже на сковородке. И никакого урона ей нанести не смогли. Пипец, короче. Вот и результат, минус 2 бойца. Вот сколько таких вот, ребята, нюансов ошибочных делаю сам. Чисто по своей тупости. Их пересчитать не пересчитать, ребята. Очень много. Причем на ровном месте практически, где можно было бы действительно этого не делать, не допускать. Но нет же, все время хочется сэкономить где-то на топовых бойцах, да? Хочется одного взять с малышами и прокатить эту каточку на изи. А она тебе оп, и повернулась задом и сказала балалайчку тебе. Вот так вот. Вот так вот, друзья мои, ладно. Что ж поделаешь. Вот сейчас смотри, я взял чисто 70-ников, у него 65-е. Ну, его 65-е будут сильнее, чем мои 70-ники. И инициатива у них, как видишь, больше, да? Муха ходит и срабатывает у них все, блин. Трындец просто. Давай понижим, понизим хотя бы атаку им. Да и то не всем. Так, Тимати, ты возьмешь провокацию на себя, пожалуйста? Так, теперь валун. Метеорит вызываем. Ракеты. Есть. Совсем другое дело, нифига себе. Да, нейтрализатор действительно крут. Как бы, мне кажется, он достоин для того, чтобы прокачаться в платиновый ранг. Пускай у него всего одна массовая атака, но тем не менее. Так, ну а мы потихонечку-потихонечку приближаемся к лиге мастеров. 16-22. Ну здесь, ребят, я возьму, естественно, супер шредера. Раз-два, три, хотел сказать. Поехали. Шипики. Ну и тут остается лишь на добивочку. Все, прекрасно. Продвигаемся тогда далее. И смотрим. Сейчас будет, наверное, 15-я, я так понимаю, да, где-то. И, судя по всему, наверное, будет последний поединок. И мы уже перейдем в лигу мастеров. Давай возьмем так вот Ваньку плюс супер шредер, ну и остальных вот этих слабеньких. Естественно, первым будет ходить супер шредер со своими шипами. Ну а там уже, по-моему, Ванька будет на подхвате. Если, конечно, что-то останется ему. Останется. Тыч. Кастетом в челюсть. Нормально. Ну, твою дивизию, блин. Да как так-то? Блин, ну беда, огорчение, да? Какое-то. Ну, есть бойцы еще не так, конечно, много, но они есть. Че, шипы валун? Или шипов хватит одних? Я вот не понимаю, иногда супер шредер всех валит на изи, а иногда всех оставляет. Ну, покуцан, но оставляет. Ну что же, вот и Лига Мастеров. Может быть, нам хватит все-таки перейти на Лигу Мастеров 2 звезды. Это, конечно, маловероятно. Но ведь надо, как говорится, идти к большему, да? Верить в лучшее. Хотя бы даже пускай это будет из ряда фантастики, но мы же знаем прекрасно, что, ребята, наши мысли материальны. То есть если что-то долго и очень старательно хотеть, почему говорят иногда, мечты сбываются. Потому что человек думает об этом постоянно, он к этому стремится, он какие-то прилагает к этому действия и добивается результата. Так что все можно, мне кажется, сделать.
если захотеть. Если не то, что захотеть, если у тебя будет желание и, как говорится, твердо идти к своей поставленной цели, то можно, мне кажется, и горы свернуть. Так, ну что, давай попробуем свернуть вот эти вот горы маленькие, холмики, да? Видишь? Супер Шреддер могёт, когда хотит. Так что он такой странный. Он когда в настроении, он валит всех. Когда он немножко огорчен, он может пропустить, сфейлиться где-то. Ну да ничего страшного. Ему это простительно, вот поверь. Вот ему это простительно, потому что тот вклад, что он сделал вот в игре, сравнительно за небольшой промежуток, когда он у меня появился, он переплюнул, по-моему, всех. И Леонардо, и Усаги, всех. И даже Армагона переплюнул. Именно по количеству участий в боях. Давай, Мармагоша, бей. Тыч. Все. Так, у нас там остается, по-моему, 1-2 поединка. Это максималка. Что я могу выдавить? Но, тем не менее, мы приближаемся к Лиге Мастеров. А, вот к Лиге Мастеров 2 звезды, да. В Лигу Мастеров мы уже попали. То есть где-то будет 30-е, вот так вот, да? 30-я, 20-я позиция 100% должна быть, потому что раз, два, три. Да, еще вот этот поединок и следующий. Даже если по пятнашке брать, там у нас где-то 40. Ну да, где-то 30-ка, 20-ка должна быть. То есть в следующей серии, ну, я не знаю, либо следующая серия уже будет, наверное, через 2 дня, потому что сейчас у меня начинаются ночные смены. Работать буду в ночь. То есть это получается... В 5 вечера ухожу и приходить только буду, извини меня, в 10 дня. Потом спать, потом опять вставать. Ну, в общем, 2 дня выкидываем из нашего списка. А уже на длинном выходном, да. Наверное, в топчик все-таки успеем забраться. Раз, два, три. Так, орлы, орлики стоят, стоят. Спать. Вот, видишь? Тут не добило. Ну, понятно, тут и уровень, конечно, 66, 68. 61 он роняет просто на изи. Но, по идее, он должен до 71 уровня, в принципе, справляться со всеми. Я имею в виду про Супер Шреддера. Ну, какая там у нас позиция? 26-я. И, по-моему, все. Да. Я ради одного острозуба, к сожалению, не буду, ребят, тут елозить, юзать откаты. Откаты нам еще пригодятся. Единственное, что у нас прокачивается... Где у нас крокодил-то? Вот он. Прокачивается на 81 уровень. Да. 81 уровень получает кожеголовый. Забираем здесь все остатки наград. И будем закругляться. Будем закругляться и уже увидимся в следующей серии. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.